Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня ролик по Ranch Simulator. Решил попробовать про эту игрушку. Что значит эта игра? Это типа а-ля ферминга симулятора, который там ты строишь ферму, только здесь много расширенная. То есть ты можешь выращивать животных там и так далее. Дома строить, поля сеять также и так далее. Поэтому, что из этого получилось, будет сегодня в ролике. Я всем желаю приятного аппетита, я всем желаю приятного просмотра. Ну а мы погнали так, к ролику. Ну что, начнем? Получается у нас вот такая игруха. Новая игра, видеть имя. Давайте введем какое имя. Оксана. Мы играем за женский пол, конечно же. Оксана. Окей, нажимаем, ждем загрузочку. Сегодня попробуем, что за игрушка. Как мне вообще играется. Так, базовое управление. Двигайтесь с помощью VS, да, понятно, присесть Shift, бежать Shift, присесть C, прыгнуть в Space, V, изменить внешний вид камеры. Ага, Project Enter. Так, камера такая вот. Ага. Все ясно. Добро пожаловать на раньше. Следуйте за синим значком и прочтите письмо. Ага. Так. Мне не нравится, что-то оно очень яркое. Давайте мы сделаем настройки. Видео. Гамму сделаем маленько на 6 или 1.5 даже. Вот так вот что-то более-менее, да, получается? Так, следуйте на раньше. Так, сюда. Е, открыть дверь. Открываем дверцу. Письмо. Привет. Если ты читаешь это письмо, значит, согласился с... Все, выполнить мою последнюю волю и приехал на наше семейное ранчо. Оно в плачевном состоянии, потому что у меня не было времени и возможности этим справиться. Ага. Заходи в дом, и я оставил на чердаке кое-что, поможет тебе освоиться. Ага, понял. Ну, тяжело, чтобы дал задание. G. Смотреть дом. Включить радио, найдите палатку. Ага. Найдите палатку. У вас палатка, да? Е, спать. Спать, Е. А, зажимать надо. Здесь можно поспать до утра и сохранить прогресс в любое время. Ага, понял. Так, палатку мы нашли. Это что у нас? Открыть ворота. А, это гараж. Неплохо, неплохо. А вот он домик, да? Кстати, неплохой домик, смотрите. Ой. Ой, а что с ним? Открывай. Ой-ой-ой. Я это, беру свои слова обратно. Это очень плохой домик. Включаем радио. Включаем радио. Уберите старый матрас. Наверху, да? Убираем старый матрасик, получается. Короче, эта игрушка у нас. Ага. Ну и как? А, вот так, понял. Это сюда, да? Да. Найдите сундук наверху. Короче, эта игрушка у нас получается кооперативная. Ну, то есть ее можно играть не в одного, а там с друзьями и так далее. И суть игрушки в том, как я уже говорил, то что это надо раньше построить. Уф, левик. Деньги, потрошки, а это что? Возьми этот револьвер. В лесу много диких животных, которые помогут достать тебе неприятности. Угу. У меня остались деньги и боеприпасы. Еще одно тебе напоминание. Машина в гараже. Все сюда на раньше стоит. Старый ИТВ. Тебе нужно будет найти недостающие части. Ага, короче, мне нужно собрать ее, я понял. В общем. Ух, там задание ссылка, смотрите. Встать. А, вот встал. В общем, в нем можно играть по сетке. То есть к вам присоединяется, и вы там дела творите. В принципе, прикольная игрушка, недорого стоит. И вот я решил в нее поиграть. Где выход? Это что? А это что? О, выход нашел. Колеса 4, сиденья 2, кенгурятник, топливный бак. Понял. Колесо. Поднять. Есть. Открыть. Поставить. Заправка. Вот он, топливный бак, да? Да. Туда. О, колесо еще одно. Поставить.
Так, позвонили мне, отвлекли маленько меня. Поехали дальше. Вау, кстати, прикольно. Погодка изменилась. Это колесо? Да, колесо. А это что? А, кенгурятник он, кстати, есть. А вот еще колесо. А тут все близко, сейчас мы соберем ее. Так. Так. Поставить. Кенгурятник где? Вот он. Берем. Побежали. Вот сюда, да, его? У меня осталось что? А, сидуху, вот. Сиденье. Два штуки сиденья, нихера себе. Она двухместная получается. И как в него зайти? А я могу так взять? Ага, так и не могу взять, да? Прикольная погодка. Это типа амбара, да, или что это? Или типа гаража? Нет, гараж вот он. А это что? Амбар, да, я так понимаю? Этот дом мне надо будет остановить. Так, один. А, вот второе сиденье вижу. Та-ра-та-ра-та-ра-та-т. Взять. И отправить. Делаем. Сюда. Готово. Задание выполнено. Первые шаги. Ага. Канистра. Так, возьмите предметы, держите на, чтобы разместить на это. Чтобы повернуть размещение, покрутите колесико. Ага, понял. То есть так ставим и поворачиваем, да? Да. Ну, в принципе, легко. И вот так вот. Все, продолжить. Добраться до заправки. И здесь есть машина. F завести, L свет фары, пробью ручник, C зацепить фары. О, нихера себе. F заводим. Так. Надо мне звуки сделать получше. Так, нам ехать на заправку, правильно понимаю? Да. И куда это ехать? Вот, заправка. О, нет, кстати, стоит-то хорошо. Ой, бля, врезался. Налево. И давайте мы скульптурно рудим, мы будем по дороге ехать. Едем по дорожке. Кстати, боты есть. Это хорошо. О, лось. У меня же есть редик, подождите. Пизрить на R. Не убегай. Стой. Ай. Убил. Я его убил. Мало ли, что он мне сделает еще. Поехали. Так. Заправка, да? Угу. Наполните машину канистрой и топливом. Ага, канистру и машину, да, заполнить надо. Подходим. А, ну это, в принципе, обычная заправка. Канистру заправлять. Ага, не достает. Ладно, поближе подъедем. Вот так делаем. Берем. И заправляем. Да блин. Неудобно сделали. Заправить. И... А, заправить его. Минус бакс. Ого. Дорогие заправки, ну ничего у вас. Берем. И вот, да. Заправить. Все, задание выполнено. Заправка. Окей, понял. Положили. Поговорите с агентом по недвижимости. Это у нас где? Это у нас 258 метров. Ну, поехали. Мне нравится.
О, еще лось. Стоять! Там... О, с одного раза убил. Стой на месте. Стой на месте, блин. Во. Да блин, стой на месте. На. Все. Не попал. Где ты, лось? А, вот он. И на. На. Я понял, вот все вредовая идея. Далеко стрелять. Заряжаемся. Садимся. Надо убрать. Да. Садимся в машину и поехали. А, ну вот раньше, да, получается, мое. Да, вот мое раньше. А вот агентство недвижимости. Так, открыть дверь. Отрываю. Ух ты, нифига себе дверь-то у вас. Здравствуйте. Да, это я. В таком случае я должна вам дать руководство посмотреть. Эта книга поможет вам. Ага, понял. То есть теперь я хочу дать вам на ранчо. Спасибо. Книга. Используется кольцо действия. Вы можете в режиме строительства и строить свое ранчо. Для строительства требуются следующие деревянные доски, мешки с цементом, металлические пластины. Деревянные доски можно делать своими руками, остальные можно купить. Ага, понял. Хочу это использовать. О, кредиты, нифига себе. Так, 2500 берем, срок 30, это стоит, получается, дней, годовая ставка 25%, 86 баксов в день. Че, берем, не придем? Ну, я думаю, берем. Взять. А, все? 2900 у меня, нифига себе. И что я могу на эти 2900 сделать? Так, поговорите с продавцом автомобиля. О, продавец автомобиля. А, кстати, он недалеко. Может, мы сразу и машину купим сейчас себе, правильно? Правильно. А где он? Подожди. Каршоп. А, во. Опа. Ну, нифига себе. Ну, нифига себе, а ну-ка. Вау. Да-да-да, пройти, блин. Нельзя, да? Ну, ладно. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здесь вы можете купить машину и модернизировать ее. Для всех машин новых клиентов мы устанавливаем радио... Всего за 10 долларов. Просто заезжайте в гараж. Понял. А, как купить мне машину? Используйте компьютер для покупки автомобилей. Понял. В чем разница между... Все автомобили различаются техническими характеристиками, а также вместимостью. Смотрите компьютер для подробной информации. Понял. До свидания. Так, у меня сейчас такое вот, да, получается. Стоит там 800 баксов. Он вмещает себе 2 свиньи и 2 козла. Понял? Дальше. Уф. Пикап. Хорошая вещь, кстати. Квадроцикл. Пикап такой. Вау. Фургончик, нифига себе. О. Шестерочка. И... А, это который был на этом, на прилавке, да? 1000. Но у него нету этого. Багажника, трактор, комбайн. Так, а что мне надо? Мне получается этот пикап нужен, да? Блин, ну я пока не хочу. Давайте пока будем на старой ездить. А еще, если нужно будет нам, мы... Вот, кстати, ты бегал, да? Стоять. Стой. Стой, блин. Да это вообще жесть. Ох, ты переградил путь машинам. По дороге бегаем. Так, нарушителя мы, получается, устранили. Поехали. Нам надо радио установить. Это, если не ошибаюсь, вот здесь вот, да? Да, это вот здесь вот. Так. Улучшить. Ага. А, дополнительно, о, радио, улучшить. Все. О, 250 баксов дали, нифига себе. Потратил 10 баксов, чтобы получить 250. Следуйте по дороге. Строительный магазин посвящен. А, вон он, вижу. Best Burger. О, нечего бегать там, по дороге.
Так. Это что у нас там? Зона парковки. Как нам к ней заехать? Ой-ой-ой-ой. А, во, заезд. Ой-ой-ой-ой. Физик, конечно, здесь не самая лучшая. Так. Идем. Во всех магазинах есть терминалы, из которых можно совершать покупки, подойдите к терминалу и нажмите кнопку действий. Ага. А что мне надо купить-то? Подожди. Топор, лом, дешевая настольная пила. Ага. Лом, топор, дешевая настольная пила. Правильно? Правильно. Так, 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 так. Что еще есть? Доска. Хотя вот они пластины. Стекло, цемент, цемент дешевая, дорогая настольная пила, кстати. Канистра, прицепы всякие, топливный трейлер, кулера, газонокосилка, транспорт для животных, бидон, пистолет какой-то, мясорубка, ручной шприц, электрическая мясорубка, колбасный шприц, овоскоп, не знаю, что такое, как плита, матрасы, маленькое ведро. А, это для... Ох, тут даже типа а-ля фарминг-симулятор. Можно что-то сеять. Прикольно, это корзина. Оплатить. 200 баксов. Охренели вообще, блин. Так, это берем. Это берем. Поднять. О. Что-то я испугался аж. Поставить. Это берем. Поговорите с продавцом. Лена, продавец. Вон. Блин, конечно, ехать далеко очень. Очень и очень далеко ездить. А я, извините. Так, и куда нам ехать? Так, сюда, сюда, сюда. И вот сюда, да? Да. Ой-ой-ой-ой. Поехали. Опа, здравствуйте. На месте стоять. Стоять на месте, говорю. На тебе. На тебе. На тебе. Ты чё? На. На. Ну и ладно. И без него обойдемся. Мы тебя еще поймаем. Ты не переживай. Камушек. Вау, 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 вау. Тише, 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 тише. Так, припарковываем. Где тут заход? Вот здесь заход, да? Открыть. Закрыть. Это что? Взять. Добро пожаловать. Кубку под терминалом. Ага. Две курицы, корзин для яиц. Две курицы, да? Курица. Раз. Черная. Два. Наверное, нам еще петух нужен, чтобы они размножались, правильно же? И корзину для яиц. Давайте две возьмем, ладно. Все? Ну все, у тебя. Свинья, самка... Нет, ладно, только не будем покупать. Оплатить. Клозет. А, о. Та-т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 а
Опа, нифига он её взял как поставить. Курица. Поставить. Так, надо еще картинки взять. Поставить.
Ставить, пожалуйста, можно ее? Да, это сложно. Вот так, во. Корзину взяли. Поставили. Корзину взяли. Подождем. О, все помещается. Ранчо. Поехали на ранчо, да? Так, на ранчо у нас сюда поехали. Я, в принципе, уже дорогу запомнил. Не так уж и сложно запомнить. Вы там курица, давай-то. Не долбите мне багажник мой. Это я вам покажу, где раки зимуют. Так, раньше возле этого вот красной вышечки получается, нам налево. Правильно? Да, вот. Парковка, и нам налево. Деревья надо вырубить, они мешаются здесь. Опа, здравствуйте, родной мой. Лежать. Угу. Да, деревья прям куча, их надо посрубать все их. Задание выполнить, вернуться на ранчо. А, курица поднята. Положите курицу на землю. А, она у него бежит? Давайте, наверное, мы сюда ее поставим. И закроем. А, натуре, у нас же есть этот амбарчик. Пойдем сюда. У нас же есть амбарчик. Че я торможу? Они здесь не убегут же? Ну, по идее, не убегут. Взять. Поставить. Высыпать на землю. Есть. Ведро. Бак с водой. И что делать? Поставить. Взять. А, во. Наполняется? Да, наполняется. Понял. Маленький курятник построен. А зачем я заполнял это, если мне надо курятник? И что делать? Убрать. Убрать. Это надо нам. Ладно, давай пока не будем ничего убирать. А давай мы здесь... А, во, строить же. Так. Курица это? Премиум курятник, маленький, а вот маленький курятник. Во! Так. И давайте прям вплотную сделаем. Вот так, да? Нет, далеко. Ладно, давай тебя с другой стороны построим. Ну, пойдет. 15 досок. Возьмите канистру. Взял канистру. Настольная пила. А, вот. Это давайте мы здесь оставим. А, пила возьмем. Как раз я хотел срубить эти деревья, да? Вот, пилу поставил. Заправить, я так понимаю, с канистры надо, да? Вот канистра. С канистры заправить ее. Заправить. Да. Срубить дерево. Срубить дерево. А, ну это изи. Срубаем, убираем. Срубаем, убираем. Раз я вот эти деревья все уберу, которые нам мешались. Так, это все удаляем. Оп, берем. Поставляем. А пока мы все это все убираем. Вот, это легко убирается. Так. Так. Берем. Вставляем. Так, вот здесь хорошо уже. Строим. Строим. Есть. Во, уже получше смотрится, видите, без деревьев.
Так, там нам сколько там нужно? Нам надо 15 досок. Вот здесь тоже можно посрубать. А, кстати, маленькие, видите, с маленьких не получается. Только с больших. Так, пока нас там все пилится, мы будем здесь очищать все. Вот так. Вот. Так, говорю, давай. Вот так. Дерево возьмем. Напилим. Так, выключить. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 максимум, да? А, вставить. Да, еще надо 8 мне. Значит, я рано выключил. Вот так тебе. Вот так тебе. И вот так тебе. Все, все, да. Берем дерево. Вставляем. Давай сейчас вообще перетащим эти все деревья. О, кстати, что я не разрубил его? Разрубить. Опачки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну все, даже лишнее мы сделали. Но это нормально, ладно. Поставить. Дом не подлежит ремонту. Давайте снесем его, начнем. А, дом сносить? Нет, подождите. Так, ну у меня пока все здесь, я их здесь оставлю, потому что там у меня нету, им жрать нечего. Поэтому вы будете пока местам. Вы здесь не убежите нигде? Вроде нет. Ну, то есть вода у них есть, и еда есть. А там ничего нету. Поэтому пускай пока здесь. И это мы оставляем здесь. Зачем дом сносить-то? Блин. Обидно. Ну ладно, поехали, чё. Раз надо. Так надо. Пам. Пам. Вот это все перемотки сделаю по-быстрому вам. Так, ну, вроде бы все снесся. Все, что можно было. Теперь разносим пол. Да, все. Поздравляю, вы выполнили водные квесты. Теперь вы знаете основу. Вы можете свободно исследовать открытый мир, строить дополнительные объекты, покупать и... Что и? Подожди. И выводить животных, получать новые транспортные средства, охотитесь и решаете свой ранчо. Смотрите более подробную информацию в глоссарии. Пора превращать вашу территорию в процветающее ранчо удачи. И такая у нас фоточка встречает, короче. Ранчо. Этот домик. Домик. Кстати, у нас дороги такой нету, поэтому тут нас много обманывают. Свиньи есть, коровы, вижу. Кстати, старый амбар еще есть, поэтому, может, его не надо сносить. Вот, видите, старый амбар там он есть возле машины. Окей. Так, здесь что? Удалить. Это весь хлам нам не нужен здесь. Все, да? Да, все. Вроде бы все.
Пойдем проверим, что у нас там с курицами. И думаю, на первый день вот это нам тоже надо удалить. А, подожди, разрушить. Не-не. Открыть. Так, вот это мы удалим все. Хлам нам не нужен. Все. Главное, гараж не разрушить, а то будет не очень приятно. Так, заходим в наш, получается, амбарик. Курочки у нас едят, кушают. 7 из 7. А чего вы не кушаете, не едите? Застряло? Давай мы это удалим. Все. Так, так, так. Вроде бы все. Да? Да, все. Ну вот такая получилась ревочка, короче. Пишем комментарий, нравится, не нравится, вот для начала. Дальше что у нас будет? Дальше у нас будет постройка дома. Будем дом строить, покупать животных и так далее. То здесь самый есть фермерский дом. Что у нас? Ну давайте глянем просто. Что у нас из нас представляет такое? Где его поставить бы так? Плюс-минус. Дайте мне поставить. Во. Пум. Ого, домяра. Смотрите, какой дом будет. И это все нужно будет. Доски 64, цемент 365, металл 140. И мы построим такой вот домик. Поэтому пишем в комментариях, нужно ли нужно его делать. Ну а я пока не со всеми прощаюсь. И до следующей серии. Удачи!